О, нет! Давай! Всем привет! С вами София Сусевская. И сегодня у нас пицца челлендж! Привет, друзья! Сегодня мы с Софией будем играть челлендж. У нас есть пицца и есть ингредиенты, которые подходят и которые не подходят. Мы не знаем, где что лежит, поэтому будем из шапочки выбирать номерок и выкладывать продукты на пиццу, а потом ее запечем. И, соответственно, наверное, ты попробуешь мою, а я, наверное, твою. Но я думаю, все-таки моя пицца будет вкуснее, чем твоя. Нет, моя вкуснее. Ну что, есть у нас две подосновы, на которые мы сейчас нанесем ингредиенты для пиццы. У нас есть кетчуп. Так. Открываем. Бери ложку, размазывай. Такая у нас красивая подоснова. Так. И сыр. Давай. Равномерно раскидываем. Мы не знаем, что там лежит в пакетике. И наша шапочка. Шапочка. Так, кто начинает? Я. Раз, два, три, четыре, пять. Считалочка. Вышел зайчик погулять. 11. Ребята, это Агуша. Что это такое? Это детское питание. С яблоком, бананом и злаками. О, ну похоже то, что твоя пицца будет вкуснее, чем моя. Так, и мой номер 8. Это шарики, мои любимые шоколадные шарики. Шоколадные шарики. Так, давай дальше, Софи. Номер один. Вот. Вот? Да. Ура, маршмеллоу! И заходит папа. Так. Номер два. Два. Интересно, что же здесь Ну, это очень хороший ингредиент для пиццы. Так, Софи. Вкуснятинка. Так. И это номер 10. Мое любимое. Вау, сухарики. И вновь заходит папа. 16. Номер 16. Самый последний номер. Я уже, по-моему, даже знаю, что здесь. О, мамба. И в середину. Какая вкусная мамба. Цифра 14. Вот она. Которая все время падала. Креветки. Ну, пицца у тебя получится вкусная. Креветки. Креветки гоу. И папа тоже гоу. Креветки выбирают. Номер 13. Ну да, конечно, это же M&M's. Ну, если хочешь, можешь потом съесть мою пиццу. Да, папа тебе предлагал. Ну, у меня красивее пицца. Вот так или вот так? Вот так. 9. Чипсы! Чипсы! Смотри, какая у папы красивая. Какая у папы красивая пицца и какая у тебя. У меня красивенная пицца. Да, ладно. 3. У меня интересная пицца. С салями, как и должна быть. Ну, конечно, очень интересно получится. И сладкая, и соленая, и кислая. Прошу. Номер 15. Печеньки. У меня, по крайней мере, на пиццу похоже. И номер 12. Невкусная. О, да!
Огурцы соленые, они спицы делаются. 4. И что же там такое? Грибы. Номер 5. Банка, да? Это что у нас такое? Тунец. О, я так и не хотела, чтобы они мне попались. И ура, они мне не попались. Вон ложка на столе. Чтобы сладкое, чтобы сладкое. Это номер 6. И он у тебя. Держи. Не сладко. Помидор! Помидор бы мне неплохо помешал бы. Ням-ням-ням-ням. И завершающий номер. Я удивлюсь, если здесь цифра не 7 будет. Номер 7. Шоколад. Ну вот и все. Рыба с шоколадом? Сомневаюсь, вкусно ли это будет или нет. Пицца с чипсами? Я тоже не очень уверен. Ну вот, друзья, что у нас получилось? У Софии и помидоры, и чипсы, и грибы, и сладкое, и горькое, и все, и все, и все. У меня выглядит пицца, конечно, более вкуснее. Папа, да ничего подобного. Там какие-то... что-то такое жидкое, как будто какие-то отбросы. Ну, давай померяемся, папа, сейчас. Вот теперь... Смотри. Да, я, папа, все-таки докажу то, что моя пицца вкуснее. Моя вкуснее. Теперь настал мой черед, да? Да. Ну, я не знаю, за что здесь взяться, конечно, потому что здесь все, все ужасно питательно. И, ну, ладно, возьмем, наверное, отсюда. Так. Ну, это что-то особенное, конечно, потому что здесь мне попалась сразу оливка, и тут сразу же шоколадом закусил. Ну, теперь что? Давай, София. Бери мою пиццу. Ой, я даже не знаю, что... Бери, бери, как я буду ее пробовать? Ну, бери. По крайней мере, бери. Я вот, наверное, вот этот попробовал кусок. Я выберу весь. Да. Вкусно? Ну давай, София, теперь ты мою пробуй. Давай я тебе выберу. Не вот надо, я сама выберу. Сама выберешь? Обеденьки мои попались. Тебе. О, я вижу здесь тебе полный микс. Ну? И что? Ну и что? Чья вкуснее было? Твоя? Ну, не знаю. У тебя только этот вкусный. Все. Да. В общем, ребят, это была такая жуткая жесть. Я больше никогда не соглашусь на этот челлендж. И я тоже не соглашусь. Почему? Потому что это полная бардак, это фу, гадость. Всем пока!